Один поторопился, второй не пропустил. В результате ДТП на перекрестке проспекта Победы и улицы Чичерина легковушка перевернулась и встала на крышу. На помощь пострадавшим кинулись очевидцы. А сам момент ДТП сняли камеры уличного видеонаблюдения. Эти кадры уже отсмотрели полицейские. На съемке видно, одна легковушка выезжает с перекрестка, вторая двигается прямо. Шофер то ли не видит, что его не пропускает, то ли надеется успеть проскочить. В итоге от удара в бок машина опрокидывается и встает на крышу. На помощь пострадавшим немедленно бросились очевидцы. Вокруг машины собралась толпа людей. Водителю помогли выбраться и вызвали скорую. А это смертельная авария на территории Чебаркульского района. 40-летний житель Сургута за рулем Митсубиси съехал в кювет. Иномарка перевернулась. В результате на месте погибли два пассажира. 34-летняя женщина и ее 10-летний сын. Причины происшествия устанавливаются. А это съезд с Меридиана. Две автоледи не поделили дорогу. Две девушки стукнулись. Ой, беда. В Тракторозаводском районе вспыхнула легковушка. ЧП произошло на перекрестке улиц Горького и Бажова. На место инцидента прибыли сотрудники МЧС. Пламя под капотом потушили. А эти кадры прислал очевидец. Сообщает, произошел наезд на пешехода. В ГИБДД подтвердили ДТП. 30-летний водитель, управляя иномаркой, совершил наезд на человека. ЧП произошло на Даватора 20. Мужчину с травмами госпитализировали. На месте работали врачи скорой помощи. По улице Гончаренко, прямо около городской автоинспекции, водитель автомобиля «Скания» с прицепом столкнулся с попутным автомобилем «Лада Ларгус». В результате происшествия травму получил пассажир автомобиля «Лада», 6-летняя девочка. Ой-ой-ой, мамки тут. Достали, да? Ей рекомендовано амбулаторное лечение. В момент ДТП ребенок находился на заднем сидении в автокресле, поэтому серьезно не пострадал. На пересечении улиц Ворошилова и молодогвардейцев оказали помощь мужчине, который находился на газоне. Последствия ЧП попали на камеру видеорегистратора. По словам очевидцев, автомобиль «Газель» совершил наезд на пешехода. В Челябинской области погиб водитель-бесправник, вылетевший на встречку. Еще трое пострадали. 31-летний шофер столкнулся со встречной иномаркой. Сам он скончался на месте. Водитель второго автомобиля и два его пассажира попали в больницу.